На станции переливания крови в Бисквитном переулке не хватает доноров. Об этом сообщают местные СМИ. Главное, что сейчас необходимо врачам, это восполнить недостаток запасов крови. Из-за карантина в Одесской областной станции переливания крови не хватает доноров. Сейчас на станцию приходит около 20 человек в день, а необходимо 50-100. Поэтому запасов крови не хватает. По словам главврача Одесской областной станции переливания крови Михаила Бортко, если через 2-3 недели ситуация ухудшится и доноров не будет, станция и вовсе может закрыться. Врачи говорят, что снижение количества доноров связано со страхом людей заразиться коронавирусом. Однако на станции соблюдаются все правила безопасности, уверяют ее работники. Все материалы для сбора крови одноразовые и стерильные. Также перед входом на станцию для безопасности горожан и в связи с усилением санитарно-эпидемиологического режима на предприятии всем посетителям на входе будет проведено обязательное измерение температуры тела бесконтактным способом. Также для всех желающих сдать кровь на сайте станции переливания крови опубликована памятка донора «Как подготовиться к сдаче крови», с которой просят ознакомиться. При сдаче крови любой может бесплатно проверить себя на гепатит Б и С, ВИЧ и сифилис, а также пройти обследование у терапевта. Работает станция с 8:00 до 14:45. Для сдачи крови нужно иметь при себе паспорт и идентификационный код.